Со следующего года прием в первые классы Якутска будет вестись только по электронной записи. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции столичного управления образования. На сегодняшний день принято более 60% заявлений от родителей, чьи дети должны пойти в этом году в школу. После укомплектации классов с 10 февраля на портале образовательных услуг начинается прием электронных заявлений на свободные места. Отметим, также началась прокурорская проверка во всех школах касательно временной прописки детей на прикрепленные адреса. Будут зачислены те, которые стоят в очереди, то есть были поданы заявления. Далее федеральные льготники. По остальным детям мы будем отдельно принимать решения. И, надо сказать, уже на сегодня 38 заявлений поступило от родителей, которые не попали в общеобразовательные организации по закрепленным территориям. Вот по ним будем уже отрабатывать с каждым ребенком персонально по зачислению ближайшие школы со свободными местами.